Приветствую, друзья, с вами Артур. Привезли из Германии игровую консоль Nintendo Wii, но только тушка. То есть продается только сама тушка без кабелей. Я кабеля взял и джойстик от нашей консоли комплектной, которая у нас в продаже, сугубо для проверочки. У нас моделька RVL-01 европейка, LEH-1211-379-20 серийный номер. Консолька в хорошем состоянии, единственное, нет вот этих двух верхних крышечек. Сейчас я диск возьму. Диски читают, я уже ее погонял, поиграл чуть-чуть. То есть, получается, нету джойстика верхнего, это бара над телевизором, кабеля к телевизору и блока питания. То есть, возможно, у кого-то есть не работающая и нужна на замену сама консоль. То есть продается только сама консоль без ничего, без комплектующей. Вот диск уже загрузился. Ой, не туда зашел. Так, джойстиком это управляется. Вот диск V-Sport. Время тратить не будем. Включу консоль, покажу еще со всех сторон. Вот, собственно, вот это продается, вот тушка. Лайк за видеообзор, с вами был Артур, пока.